носит тот человек, который считался соперником номер один Евгения Плющенко, когда они вместе выступали и боролись друг с другом. Стефан Ламбьель. Всегда Стефан отличался тем, что он удивительно пластичный фигурист и очень артистичный. И вы видите, вы убедились в том, что ничего не изменилось. Он так и остался и пластичным, и артистичным. Любую эмоцию может передать на льду на коньках.